мускуле там идет уже самый лучший цилиндр, который может быть, это EVMCS, это магнитный цилиндровый механизм, который не имеет, скажем так, ключ и цилиндр механического взаимодействия. Здесь как бы что-то шевелить, что-то подбирать здесь нечего. Здесь 4 магнита, которые двигают 8 дисков по двум сторонам, которые выравниваются. Если правильная полярность совпадает, то эти все диски, они совпадают, и только после этого происходит проворот цилиндров. Вторым замком идет в мускуле ЧИЗа ALPS, ЧИЗа с перекодировкой, только она идет со специальным колпаком ЧИЗа мапы. Здесь уже получается один ключ, это, можно сказать, два замка. Для того, чтобы попасть во второй замок, нужно, чтобы совпала секретность на первом. Поэтому вкратце так.